Здравствуйте. Сегодня у нас 20 февраля. Олимпиада заканчивается. И мы пьем чай вот в олимпийской футболке. Это мой сыночек. Его зовут Каюм. Каюмчик. Это моя внучка. Его зовут София. Вот такие олимпийские чайники у нас есть. Сейчас попьем чай и поедем на мероприятие. Мероприятие как обычно, по недвижимости. Вот здесь у нас это наш балкон. Посмотрите, пожалуйста, сезон начинается, февраль, но уже как бы более-менее тепло. Люди уже есть, люди купаются. Что может быть вкуснее нашего чая? В заварочном чайнике из Сочи. Я пью чай вместе с вами, дорогие соотечественники, и наслаждаюсь тем, что, слава богу, Олимпийские игры прошли хорошо. Наши спортсмены показали чудеса, можно сказать, спортивного героизма. Наша страна получила еще один большой рывок в развитии инфраструктуры юга России, в районе Сочи, Адлера. На моем веку это уже вторые Олимпийские игры. Сначала в Москве, сейчас в Сочи. Дай бог, будут и третьи Олимпийские игры, или какое-нибудь такое еще одно грандиозное мероприятие, в котором мои дети уже будут принимать участие, как взрослые самостоятельные люди. Мы, кстати, на Олимпиаде были мои старшие сыновья, мой старший внук. Он один из лучших хоккеистов сборной Москвы. Белал Ледидов, между прочим, знает о нем. Думаю, что мой внук будет хоккейной олимпийской команде. А моему сыночку всего-навсего в апреле будет 2 годика. Надеемся, что новые олимпийские какие-то горизонты, какие-то высоты, новые планки будут доставаться им, и на их век тоже хватит. Вот поэтому я вас всех поздравляю с тем, что Олимпийские игры прошли хорошо, прекрасно, и что и здесь, в Эмиратах, наступает бархатный сезон. Зима прошла. Зима была, конечно, прохладная. Была температура в районе 20-23 градусов. Иногда опускалась до 20 градусов. Мы, россияне, купались, конечно. Но сам бархатный сезон начинается именно сейчас. Сейчас мы с вами допьем чай и поедем еще на одну выставку. Таких выставок проходит в последнее время много. В преддверии Экспо 2020 проходит масса выставок, масса предложений. И по возможности мы вам будем все это демонстрировать. Вот это вот 7 футов, мини-американский бильярд. Мы попробуем все это разбить. The One Hotel is an eco-friendly hotel booked for you. There are going to be 4 restaurants, 3 swimming pools, actually 4 swimming pools, 1 restaurant actually on the sand. Речь идет о прекрасном проекте Флорида Майами Бич. Там строится новый проект, совершенно новый, который включает в себе и таунхаузы, и пентхаузы, и отели. И что очень важно, там чистейшая экология, то есть натуральные продукты, прекрасный пляж, и все это совершенно стоит недорого, и даже электричество вырабатывается при помощи солнца и так далее. Поэтому там живет очень много наших русских звезд, территория, которая заселена уже нашими соотечественниками, территория Флориды, Соединенные Штаты Америки. Если вам что-то это интересно, то вы можете смело обращаться. Майами Бич, новые апартаменты. Yes. So here in this project, we have these areas already. These areas, these are the villas and apartments.
This is very close to the Iceland Water Park, and also this is, you can say, very close to the Emirates Road. Only 1 kilometer from Emirates Road. Окей, окей. Это трасса Дюхайма, один из лучших проектов в Эмиратах, новый район. Мы про Ras Al Khaimah очень много рассказывали. Мы говорили о том, что в Ras Al Khaimah есть очень новый современный проект Al Hamra Village. Это вот новый проект, поэтому если вы к нам обратитесь, вы получите полную информацию по новому проекту, совершенно новый проект Ras Al Khaimah. То есть Ras Al Khaimah расстраивается. К 2020 году, 2020, к Экспо будет совершенно шикарный новый район. Современная территория, которая будет удовлетворять всем потребностям людей, которые приедут в 2020 году на Экспо. Добро пожаловать в Ras Al Khaimah. Okay, we're a very large international real estate company. Our headquarters is in Manchester. We sell in 50 countries, 50, but we are developers in the UK of what we call student accommodation, which is a property that you buy to rent to university students, which gives you very high net rental returns. For example, 9.5% net per year for 2 years. Also, we have property which we call buy to let, which you can stay in and you can use it in central locations like Manchester, like Liverpool. Thank you. Здесь идет разговор о том, что строится новый проект, студенческий городок в городе Манчестер. Кроме этого, все это будет застраиваться прекрасными домиками. Те, кто купит недвижимость в этой прекрасной стране, будут иметь возможность получить рано или поздно гражданство. Я думаю, что одно из лучших вложений на сегодняшний день, кто хочет купить недвижимость, кроме Эмиратов, кроме других прекрасных проектов Америки, то, что мы только что показывали. Я думаю, что все-таки вот этот Манчестер, вот этот студенческий городок, я думаю, что хороший проект. И если вам это будет интересно, мы вам подробно расскажем о нашем сайте. Yes. We are Candor Real Estate Brokers, and we are established since last 7 years in Dubai. And we are mainly focusing on investor products, and we sell a lot of properties in the resale market in Dubai. Yeah. And having said that, you know, just to continue from what he said, we also focus on individual listings, and you know, we handpick those listings for our investors, and also in the real estate market, we make sure that if somebody is wanting to sell a product, we market it very well. Okay. We are not new in this market. We are very much established, and even more, we are growing. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure. This is our latest entry-level investment property in London, Northwest, one of the best performing areas. Developed for families, community, green areas, water features and fountains. We have a kids area. We are featuring two main segments, one of which is under construction and the other part is ready. So you have the option of investing in a ready development or something which is off plan. London is the number one investor destination for real estate. Это один из лучших инвестиционных проектов одного из северных районов Лондона. Проект очень простой, очень доступный, недорогой и payment plan очень удобный. А сегодня Лондон один из лучших направлений в инвестиционной политике инвесторов. И поэтому вот сегодняшнее предложение рассматриваем с точки зрения нового направления для инвестиций россиян, представителей бизнеса других стран СНГ, кроме Эмиратов. Взоры наших инвесторов обращены в Англию. Thank you. Bizim işimiz Yalova Turayma gayrimenkul yatırım danışmanlığı. Türkiye'de 12 tane şubesi olan, Suudi Arabistan'da şubesi olan, Bahreyn'de şubesi bulunan bir şirketiz. Arazi çözünürlüğü üzerinde çalışıyoruz. Şu an için Yalova, İstanbul, Bursa, Sapanca bölgesinde yatırımlık arazilerle ilgili. Turizm bölgesi var, turizm imarlı araziler var, otel yapılacak bölümler var. Artık kendi bile projemizde ayrı projelerimiz bulunmakta. Bunun üzerinde gayet iyi çalışmalarımız var. Да, вот значит, среди массы предложений сегодня у нас есть турецкое направление. А не только Анталия, не только южное побережье Турции, но и сам Стамбул. Стамбул сегодня разрастается, осовременивается. И Стамбул является одним из главных приоритетных направлений в туризме. Там много старинных кварталов, там есть византийские старые крепости, там есть памятники
старины еще со времен Османской империи. Поэтому те, кто будет вкладываться в Стамбуле, в турецкую недвижимость, тоже есть определенное преимущество. Если вас заинтересует турецкое направление, обращайтесь к нам, Dan Real Estate. Мы вам предложим массу предложений. Вот то, что наши коллеги говорили по Турции, по Стамбулу, они действуют сегодня. То есть все познается в сравнении. Одно из наших предложений – Турция. Не только Анталия, как было до этого, но и Измир, но и Анкара, но и Стамбул. Конечно, самый главный – Стамбул. Так что добро пожаловать, попробовать, узнать, разведать не только отдых в Анталии, но и приобрести недвижимость в Турции. Ташакур. Ташакур, сау. Where the exhibition? Payment normally had a 24 months, had a around 30 months. And you will pay 20%. 30 months? Yeah. 20% payment and 80% next. When Maktabukum? Maktab na hon. Maktab Hone. Oh. Okay. For the right card. Mm-hmm. Shukran. Fursun Saida? Ahlan wa sahlan. Kurshi Majudi, eh? Come studio, come plus studio. Sorry. Come foot, math is one bedroom. One bedroom. Come plus. We're an international real estate group. We are developer. We sell property. We own properties in USA, UK, and Spain. We sell freehold villas starting from 200,000 dirham. Yeah, we have in New York State, Illinois, Ohio, Florida, and several. Эта компания предлагает недвижимость в Соединенных Штатах Америки, в Иллинойсе, в Нью-Йорке, на Флориде, в других районах. And those we sell freehold villas. Да, и полная собственность, виллы, таунхаузы. And the rent, the income, yearly income is between 11% and 15% net yield. То есть все можно платить за застройку без процентов, и условия очень хорошие. Yeah. We manage those properties from A to Z. We transfer the rental every month to the buyer. To Dubai, even in Russia, even anywhere. То есть без проблем. Хозяин недвижимости сдает в аренду, напрямую они будут управляющей компанией, и хозяева получают деньги в полном объеме, несмотря на то, что где они находятся, в Дубае, в Москве, в любой точке мира, они получают деньги вовремя. That's our very good as an investment. Это очень хорошие инвестиции. Yeah, here locally, the max income is 7%, but we're offering our clients between 11% and 15%. Да, и цены растут, и для тех, кто вкладывает деньги, очень выгодно с точки зрения сдачи в аренду, с точки зрения того, что деньги, недвижимость повышается в цене, а сейчас как бы совершенно недорого. Так что приезжайте в Нью-Йорк, Майами-Бич, Иллинойс, любую территорию, все, что вас интересует, у нас вся информация тут есть, пожалуйста, добро пожаловать. Хьюстон, Тексас, as well. It's residential gated community. Да, конечно. И все эти проекты совершенно жилые и очень популярные. И очень востребованные, совершенно, то есть, и хоть для продажи, хоть для проживания самим, хоть для сдачи в аренду. I would like my colleague to explain about UK now. Come on. Please. Well, in the UK we have student accommodation and we offer like 5 years. Where location? Sunderland, Liverpool and Leeds. Mm-hmm. То есть то же самое продается в Великобритании. Недвижимость сегодня набирает обороты, и как бы наряду с Эмиратами мы предлагаем недвижимость в США, в Англии, других, только что мы рассказывали вам про Турцию, на многих территориях. Это очень популярно и очень своевременно. Очень приятно.
Yes. Thank you very much. And also there's a good thing in those properties. It's student properties, student bedrooms and studios. Mm. Those are starts from 280,000 dirhams. It's very near to the international universities. It's only 5 minutes by walk. Even students can buy them. И очень важно то, что ваши дети, ваши родственники, или вы сами, если хотите учиться, то будете учиться не просто жить в студенческом городке в общежитии, можете жить в этих квартирах, или сдавать в аренду студентам. Все это востребовано, все это своевременно, и все это очень даже выгодно. Yeah. Наши друзья, наши коллеги предлагают недвижимость также на юге Испании, недалеко от Гибралтара. Испания сегодня также является одним из направлений для инвестиций в недвижимость. So we have this project there called Lila, okay, and we have those are apartments, okay, all ground floor plus three floors, and the prices start from 400,000 dirhams. Эта компания предлагает дома, и если помните, так была книжка «Одноэтажная Америка», но не знаете, что они все одноэтажные, это 2-3 этажа, и в Испании вот сейчас популярны очень много вот эти вот виллы, таунхаузы, трехэтажные, то есть на первом этаже будет у вас как бы приемная или какой-нибудь магазинчик, а спальня будет на втором, третьем этаже. Одним из популярных направлений для инвестиций является, конечно, Лондон. Какие плюсы для инвесторов от вложений в направление Англии? Ну, из всей Европы, конечно, Лондон считается одним из самых лучших, потому что return on investment будет около от 5 до 7% в среднем. Зависит также от проекта, то, что мы продаем сейчас это центральный Лондон. Uh-huh. Все университеты, самый главный, Business School of Economics, London School of Economics, Business School. Поэтому для детей тоже очень выгодно. Многие арабы покупают для своих детей, чтобы они поехали учиться в Лондон. И расположение очень хорошее, поэтому Лондон также знаменит своими университетами. Спасибо. Лондонское направление, английское направление популярно сегодня среди русского инвестора в том, что на самом деле многие сегодняшние более-менее успешные люди отправляют своих детей учиться в Лондон. Да. И поэтому те, кто купит недвижимость в Англии, в частности в Лондоне, они не просто будут жить бесплатно, но в то же время они как бы приобретут выгоду в том, что после получения диплома, после успешного окончания учебного заведения, они смогут выгодно продать свою квартиру, а кроме этого, значит, они могут сдать в аренду свою красоту, правильно, да? Очень приятно. Спасибо. We are a real estate brokerage agency, which is located, which has been in the market for 25 years. Currently we have two offices, one in the JLT, Jumeirah Lake Towers. The other one is in the Business Bay. We are exclusive marketing agents for Pacific Ventures. This is a Pacific Ventures stand. We are currently marketing the projects of Pacific Ventures exclusively. Our brokerage in the past has done some very big projects almost with all the top developers. We have been tied up and we have done business ranging into several millions and even billions with a lot of developers. Как мы уже говорили, география наших проектов очень широкая, начиная от Jumeirah Lake Towers, Dubai Marina, Business Bay, другие проекты. Так что выбор огромный. И, как я уже говорил, Северные Эмираты, Рас-уль-Хайма, Шарджа, Аджман и вот дубайские районы. Пожалуйста, выбирайте. Дело за вами. Мы вам предлагаем. Our project is in Dubai land. We have 500 villas, 12 residential towers, all around the golf course. We have a shopping mall, a 5-star hotel, golf clubhouse, schools, common areas, gyms, sports arenas, areas to play. It's like a mini city. Компания Damniad предлагает тоже небольшой такой поселок, район, в котором будет включены обычный набор удобств, и там будут и рестораны, и кафе, и жимы, и сауны, и фитнес-центры, и бассейны, и клубы, и дайвинги, и все что угодно. Поэтому это один из новых проектов, который мы вам предлагаем, включает в себе
Ну, обычный набор комфорта, который хочет наш обычный русский человек. Towers, да. Villas. Есть и виллы, есть и тауры. Perfect place for family to live. Safe, nice community. Да, для семейной жизни это одно из самых лучших мест. То есть для детей, гольф-поля, игры, отдых, семейный отдых. То есть самое то, что людям нравится. Семья будет очень довольна. Thank you. Okay? What we can do is we're taking details from different clients we meet today. Basically trying to get an idea what people are looking for are in Dubai, projects they're interested in. A lot around Marina, JLT, Business Bay, we have a lot of projects come up. All sorts. Thank you. Тут мы рассматриваем новые проекты в районе Марины, в районе JLT, свободная экономическая зона. Так что Эмираты расстраиваются, и Дубай движется вперед. Много интересных проектов. Я думаю, что именно к 2020 году это будет фантастический новый город. То, что вы сегодня видите, Дубай – это суперсовременная страна, суперсовременный город. Не только Дубай, конечно, а все Эмираты. Вот то, что сейчас вот мы видим, новые проекты, которые только закладываются, это, я думаю, что в 2020 году будет совершенно новый мир. Это даже это будет не 21 век, это будет 22 век. Добро пожаловать в Эмираты.